Прокуратура Орловской области закончила проверку строительства станции обезжелезивания. По ее результатам прокурор вынес представление главе администрации Михаилу Берникову. Органами прокуратуры Орловской области проведена проверка по вопросам соблюдения требований федерального законодательства при заключении контракта на право возведения станции обезжелезивания и его исполнения, в ходе которой были выявлены нарушения в деятельности муниципального заказчика МКО УКС города Орла, заключающиеся в неправомерном изменении условий муниципального контракта в части снижения цены и сокращения срока выполнения работ. Напомним, станция обезжелезивания – это один из юбилейных объектов, который строится на деньги федерального бюджета, а также областной и городской казны. Смоленская строительная компания получила контракт стоимостью в 350 миллионов рублей год назад. По нему сдать объект в эксплуатацию должны были к 2016 году. Но с заказчиком, управлением КАП строительства «Орла», договорились успеть пораньше. Подрядчику строительства в сжатые сроки обошлось в 30 миллионов рублей. Ровно настолько удешевился муниципальный контракт. Такую договоренность прокуратура и посчитала нарушением исполнения контракта. Никаких актов прокурорского реагирования в адрес мэрии пока не составлено. Проверка продолжается.